сколько он литров-то? Сколько здесь? 54 гривенцу и 30. 30? А вот эти мелькие зимбуны, деньги. Другого здесь, смотри, на тетю по деньги. Какая пасхальная прелесть прибыла, да? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая вкусняшка. Домашние куличи. Такие куличи, пожалуйста. Сказочно красиво. Блин, наказание. Ну, а вообще книжки читать? Не-а. Не-а. Ага. Ну, а мечта у тебя есть? Мечта? Мечта. Нажраться от пуза. Мама, заварите нам свежего морковного. Варни, вам дайте, давай. Леха прям как в детстве, вон. Костер, Леха, говорю, как прям мы в детстве, мы тоже в день Пасхи. В ночь. Нет, он тоже там.
Целая толпа деток. Целая толпа. Прям праздник детства. Приехали в район сейчас за комбикормом. Сейчас комбикорм мы загрузим. Возьмем два мешка на армию. Обычно вез, да? Обычно вез. Добавок. Мешок сколько получилось? 380.
сейчас? 380, 30 килограмм, да? 1500. Так, куда сейчас мы? Таблетки, вон это, на рынок. А? Вон на рынок, где Рафик там, эти. Как его, блядь? Лампочки. А я сберу 4 мешка. Пацан такой. Сколько овца? 4. Да ладно. Мол, не берут, наверное. Да ладно. Ну так, вот, блядь, найдется клиент. Своему товару есть клиент, ебать, вовремя. Подожди. Че ты? Здесь есть, нет? Кто? Таблетки. От чего? Лампочки. Электрика вон. Должны быть, наверное. Ну-ка. Да, хули бегать туда-сюда. Зайдем, что ли? Давай. Сфоткай тебя. Соединяем, Божен. Сейчас мы поедем. Да, а ты мне туда. Туда. Давай. Давай. Садись. Айда на дорогу. Нет, пока не наступай. Садись, садись. Давай. Вот на вот эту смотри. Давай, садись. Проходи, проходи туда, садись. Держишься? Отпусти, отпусти! Ну ты не, чё ты боишься? Не бойся, я буду рядом, садись. Давай, нажимай. Отпускай ногу, ногу. Вот здесь вот ногу надо отпускать, вот видишь? И включай. Ну, а ну все, напугалась она. Быстро, что ли, поехала? Ой, Полин, ты так не ездила. А? Ну ладно, 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 ты чё? Давай вместе, давай. Я сейчас закрою. Девочка, плачь. Ты зачем напугал ее? Иди отсюда. Так. Все. У тебя, наверное, кто не приходит, все уже фотографиями. Всем привет, привет. Сегодня 2 мая. Пойдешь? Не знаю. Когда люди не пьют, заняться нехером. Надо работать. Поехали они в старый огород. Кипит все внутри. В общем, что-то будут делать. А я никуда не хочу.
знал дальше, чего мне тут делать. Промежутки зашел вот в сарайчик, который, наверное, сами себе для этого устроили. Блин, это же глаза помутнило. Ласточка такая. Погодка сегодня тепленькая. Надо покушать. Все, поехали. Давай, 3-4. Поехали. Опа-на. Газ. Ну, нет. Рулишь? Давай, давай, крути. Крути, толкай, да, толкай, толкай. Ножками. Вот. Газу, 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 ногами нажимай, 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 нажимай. Ой. Держись, да. Не хочет. Ты же первый раз сейчас получается на нем, да, сама? Да, да, первый. Сильнее толкай. Давай, толкай быстрее. Мы с тобой уже смотрели большой велосипед же, да? Помнишь? Когда каш много, будешь кушать? Много будет? Да. Рулить умеешь? Вот так, вот так, вот, 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 вот. Поворачивайся теперь вот так. Вот, поворачивай. Вот. Иди быстрее, Кузьмич тебя ждет там уже. Да. Ну вот я тебе говорю, он тут с утра уже это. Валек там. Там были, да, они. Иди, пока здесь все здесь. Из палева. А, ну тебе что? Че? Да мне поебать. Нет, нет, они ты что, да? За склад тут, блядь. Ты мне потом выйдешь, бля, посмотришь. Чего? Ты завтра уедешь. Да. Ну-ка выйди к там, посмотри, мне там такие полоски, блядь, эти, блядь, надо, блядь, что-то сделать с ними, блядь. В смысле, какие полоски? На чем? Ну это же, блядь, не, пидор, блядь, схуярил, блядь, всю машину, нахуй, блядь. Кто? Конь, ёб твою мать, блядь. Конь? А, погрыз, что ли, или что? Ну, вот так вот, блядь, нахуй, сбоку. Поцарапал? Блядь. Да, всю, блядь, схуярил, блядь, нахуй, блядь. И что, сильно? Блять, полирнуть, блять, может, нахуй, что-нибудь, нахуй, блять. Ну это, блять, надо это. Ты умеешь? А? Ты умеешь? Я вон попробовал один раз, он. Ну ты же сделал, нахуй, да. Ну, для первого раза, блять. Ну, хотя, блять, вот это, блять, нахуй. Ну, вот эти быстрые, блять, нахуй, все убрать, нахуй, блять. Короче, блин, Вальку там оставишь, блять. Что там? Чего? Она вон в машине, паста. Вон, паста вся. Она, не знаю, на зиму там вот пролежала. Да пусть ей нахуй, ебать. Ну, попробуешь? Ну, попробуем нахуй, ебать. Да. Дрель есть у меня, блядь, все там, мать, есть. Ну, все. Там вот... Десло, блядь, там не ямки, не забываешь. Че, хуля, тут все, сдох? Нет. Нет? Нет. Садись. Сейчас. Сейчас, подожди. А, еще и аккумулятора нету, блин. Ах, вот, без аккумулятора не тронется транспорт. Давай. А я думаю, О, здорово. Иди, покажи дяде, говорю, где транспорт. Давай, мастер-класс. Ну, мы покажем разок, идем. Давай, я буду держать. Ма, а ты меня будешь за девочку держать? А, конечно, садись. Немножко
Давай. Давай, жинь. Унь. Давай, Витька. Газ. А что? Нет, не работает? Нет, наверное. Ну, встаньте. Давай. Там что-нибудь, наверное. А ты заряжал? Ну, это да, я тебя зарядил, поставил. Да. Кажется, там что-то застряло. Хорошо. Подошло, что ли? Попробуй просто. Нет, мы ездили. Она пошла. Ну, туда, наверное, воткнул. Нет, воткнуть он может туда, блин. Да. Здравствуйте, Христос воскрес. Христос воскрес. Иди, не бойся, он не сидит. Вот именно, блин. Лен, ты что, пьяная? Сейчас мой тоже напьюсь, как это алкаш, не тоже. Я говорю, Лене тоже пойду следом, тоже напьюсь. Вот и вот. А мне нельзя. А я не пью дома. Вы домой, что ли, собрали? Да. Здесь это, а так сидим здесь немножко. Да. А что-то не работает? А не знаю, ехала. Может, здесь вот действительно? Не, ну, ты правильно знаешь. Нет, Христос воскрес, это такое дело, блин. Ну, сходить вот так вот, блин, выходить ко всем. Пошли, зайдем, не задержимся. Да, рюкзак где? На, кусочек. Не могу одна кататься. Владимир, отдай. Истерика началась. Ни хрена сплавился предохранитель, смотри как. А почему? Понял что? Предохранитель полетел.
Муж есть, муж. Муж, скажи, объелся груш, да? Понятно? Пока не бросит, пусть живет своей жизнью. Я думаю, что одна не проживу, проживу. Она не умеет все равно. Я умею. Она как корову доить? Да. Ну. А будешь учить? Она лякается еще пока. Молодая, наверное. Нет, не молодая, но она это... Как? Да. Не каждому дает, да? Да. Да-да-да. Она чувствует. Надо еще, надо еще она чувствует профессионала, когда... Приобщиться надо. Ну, надо, да. Ласкать ее, сказать. Люблю, сказал. Тогда гордас. Люблю. Тогда да. Пока-пока. Я теперь опять катать на велосипеде. Что ж такое? Боже. Опа, она, все, поехали. На перегонки. Теперь. О, я на перегонки. Поедем. Велосипед маленький, а дядя говорит, такой большой машина. А старики, они старики, как дети маленькие. Давай. Подожди, где Дигарь, нам надо, мы держимся за руку, потому что он рядом получается. Мне надо рядом идти, я вот скину. Нет, она сама. Нет. Как занёт, ну-ка. Давай, давай, давай. Ногу отпусти. Понял, чё? Пробуксовывает. Вот так вот он. Крут он. Газ! Ну, газ, какой? Газ где? Давай еще. Сейчас мы тебя наедем. Давай, не наедем. Нажимай. Все? Круг по счету. Все? Все? Хватит пока? Мама, мама, наверное, устала. Не, бензин там есть или нету? Все, бензин кончился. На один небольшой круг. Ну, предохранитель, скорее всего. Пап, может там что-то есть? Есть. Что там есть? Не знаю. Посмотрим. А, ну да. Давай. А, слетел. Уж слишком мы заправки бежали, а ты изоленты забыл заляпать. Да, да, да. Блин. Боже, прокатит? Нет. Ты чего? Нет. А я тут покажу. Ты здесь, а я вот здесь. Поедем? Нет, пусть тебе машу. Щепочку. А я, значит, на маленьком велике за тобой погонюсь. Можно? На маленьком я тебя по себе не разрешаю. Не, он не разрешаешь? Разрешаю, конечно. А, ну все, я на маленьком, короче, блин, а ты, короче, на большом. Поехали. Мам, а то меня будет держать за ручку. Ну ладно, а что тут, держись за руль, я же тебя так придерживаю. Поехали. Давай. А я на маленьком, можно? Может, папа будет держать? Давай. Чего? Так хорошо, вы будете вместе бегать. Нет. Газ. А? Не понял. Газ. Шестивольтовый двигатель?
14-вольтовый этот аккумулятор. Аж предохранитель он сгорел. Первый раз. Не, предохранитель, это слабый. Место буксовое. Да, я охренел. Ну, говорю, 6 этот. 6-вольтовый. Не убежишь, а? Все, хватит! Все, папе ночью, давай. Папе ночью. Продали. Там, может, и переключить можно? Нет. Куда? Первую, вторую. И на сигналку поставить. Первую, вторую, блин. Нет. Ну, это так, муляж. Да. А так это да. Он же односкоростной просто, он бегает. Коробки нет там. А же? Это вторая, зачем что-то она? Типа тормоз? Ой, блин. Рвёт с места. Напугался? Ой, блин, вообще боюсь. А ты не боишься? Нет. Нет. Я боюсь. А как ворота хлопают? Нет. Тихо. Ух ты. Ломаешь. Ничего себе. Привет, малышка. Она моя вообще все. Можно я покатаюсь? Можно, конечно. Паска, как это, подсчет? Да, паска удалась. Подсчет это, наверное, не инвентарь, а продуктов питания. Значит, на Новый год, наверное, так не было, действительно. Не говори. Каких только конфет. Девиц. Огромный, смотри, какой, как трусинный. Ага. Тут Полинка еще по нашей улице не прошла. Каждый по-разному. Ну как проверка. Скоропортящие подруг-то это. Будут утилизированы. Кажется, надо заняться утилизацией. Ну, займись. Выключил? М? Выключил. Ау. Выключил ты. Благо в деревнях чистота. Место сбора ТКО. Это... Здесь можно подождать. Да? Твердые к отходу. Как это заставить это? Коммунальные отходы, наверное? ТБО, это твердые бытовые отходы.